гость даже для холодного июня этого года необычный – Дед Мороз. Его сотрудники ГИБДД остановили на оживленной улице за нарушение правил дорожного движения. Поможем с вами ему добраться до его дома, потому что он не знает правил дорожного движения и заплутал в нашем городе. Ребята, а вы знаете правила дорожного движения? Воспитанники центра «Искра» в своих словах уверены, целый месяц здесь работал лагерь дневного пребывания и всю смену изучали правила дорожного движения. Чтобы учиться было интересно, организовали Академию безопасного движения. У нас есть программа написанная, есть и теория, есть и практика. Практику мы проходим в парке Гагарина, у нас есть помещение, автогородок, есть класс с интерактивной доской, то есть дети занимаются. Изучают, потом пишут диктанты по правилам дорожного движения. Упор надо делать везде больше. И школам, и родителям. Ребенок в данный момент летних каникул больше дома находится. Практически всегда дома находится. И здесь главная роль воспитателя выступает все-таки родители. К празднику ребята подготовили танцевальные и вокальные номера, а также викторину на знание правил дорожного движения. После чего всем выпускникам академии вручили удостоверение пешеходов. Работа по изучению дорожных правил в школах и центрах дополнительного образования ведется постоянно вместе с сотрудниками ГИБДД. Олеся Корецкая, Константин Головин. События.